Всем здравствуйте, меня зовут Ольга, вы на канале «Мои милые петли», добро пожаловать. Сегодня у нас видео не вязальное. Кто меня смотрит регулярно, те знают, что я примерно полгода назад увлеклась вышивкой брошей. И это дело меня очень сильно захватило, что я решила отснять как бы мастер-класс, рассказать, как это делаю я. Сразу скажу, что я не мастер в этой области. Сама учусь, но решила поделиться своим опытом, своими знаниями. Возможно, это видео кому-то кажется полезным, актуальным, либо вы возьмете для себя какую-то нужную вам информацию. Значит, в этом видео мы с вами будем вышивать вот эту брошь, осенний лист. Она довольно сложная в исполнении из-за своей формы. Я это все буду показывать в самом мастер-классе, что зачем я пришиваю, буду комментировать, рассказывать, почему и как именно так. И я надеюсь, что вы благодаря этому ролику что-то для себя полезное возьмете и сможете вышить подобную брошь, либо точно такую же, либо другую. Но вы поймете принципы, по которым нужно вышивать, правила, которым нужно следовать, и у вас все обязательно получится. По времени скажу, что эту брошь я вышивала примерно часа 4, это вместе со съемкой мастер-класса. Если убрать камеру, то это можно было бы сделать в 2 раза быстрее. Вот так брошь смотрится с изнаночной стороны. Здесь японская застежка, очень качественная, заглушкой, да, для того, чтобы не пораниться, чтобы ничего не отпало, не расстегнулось. Итак, давайте мы с вами приступим и желаем всем приятного просмотра. Итак, сейчас давайте рассмотрим материалы, которые нам понадобятся для создания броши. В первую очередь нам нужно нарисовать шаблон на листе бумаги или на картоне. Я этот листик нарисовала просто вручную. Если вы впервые делаете брошь, конечно, я посоветую лучше взять шаблон, готовый в интернете. Либо, если вы хорошо рисуете, можно это сделать и самостоятельно. Можно распечатать на принтере, а можно просто увеличить яркость на экране, приложить лист бумаги и перевести с помощью карандаша. После этого, когда вы нарисовали и вырезали вот такой шаблончик, его нужно перевести на фетр. Вышивать брошь желательно на жестком фетре. Сейчас я покажу, какой бывает фетр. Вот у меня этот тоненький, по-моему, 1,5 мм. Он бывает разных цветов, и он очень хорошо подходит именно для вышивки броши. Также можно использовать более толстый фетр, вот такой. Давайте я для сравнения покажу. Вот этот фиолетовый, темно-фиолетовый, он в 2 раза толще, чем светло-фиолетовый, но разницы особой нет. То есть можно вышивать и на таком, и на таком. Главное, чтобы он был жесткий. На мягком материале тоже, конечно, можно вышивать. Но тогда вам понадобятся пяльцы и какая-нибудь полупрозрачная ткань. Допустим, тюль, фатин или органза, которую нужно будет натянуть на пяльцы. Далее приметать кусочек ткани с переведенным шаблоном, для того, чтобы было натянуто. И так уже вышивать. Иначе есть риск, что у вас просто работа в процессе будет затягиваться и вот покомкается. Она не будет ровной. Поэтому лучше всего, самый простой вариант, это взять фетр. Далее, желательно сделать круглыми края, потому что когда вы вышиваете, то леска очень часто цепляется именно за уголки. Поэтому вот такой вот небольшой лайфхак поможет вам более комфортно работать. Так, теперь давайте рассмотрим, какие же материалы желательно использовать. Мой совет, если вы новичок, покупать миксы бусин. Они продаются вот в таком виде. Да, тут есть разные бусинки. Бывают также продаются со стразовыми цепями в комплекте, разными кристаллами. Я даже оставлю ссылочку на магазин, в котором можно приобрести уже готовые, очень хорошие подобранные миксы и ними пользоваться. Очень сильно яркое солнце, я прошу прощения, надеюсь, это не сильно отвлекает. Итак, что нам понадобится в первую очередь? Это канитель.
Вот. Жесткая канитель. У меня это, по-моему, 1,5 миллиметра, может быть, меньше, может быть, миллиметр, не знаю. Значит, она должна быть именно жесткой для обшивки контура. Канитель нужно будет подрастягивать и пришивать, так вот полностью обшивать аккуратненько сам контур. А также я еще не сказала, что если вы впервые будете вышивать брошь, либо у вас совсем маленький опыт в этом деле, желательно использовать какие-то более плавные фигуры, формы. Допустим, этот лист, он будет сложный для новичка, потому что здесь очень много таких заостренностей, острых краев. Будет неудобно обшивать канителью, а впоследствии делать обшивку бисером или тоже канителью. Поэтому лучше использовать какие-то более мягкие, плавные формы. Если вы хотите именно осенний лист, можно использовать какой-нибудь другой, не кленовый, а другой листочек, где вот более такие закругленные края. Так, значит, канитель, она пришивается в первую очередь. Что важно запомнить при вышивке брошей? Нужно соблюдать хронологию пришивания всех бусин. Мы двигаемся от края, начинаем с канители. Далее будем пришивать стразовую цепь и крупные кристаллы. Значит, какие кристаллы можно использовать? Давайте я вам покажу стразовую цепь, что это вообще такое. Вот я, допустим, в этой броши буду использовать вот такую вот цепочку. Это такая цепочка с маленькими камушками блестящими. Ее нужно пришивать будет каждую вот эту вот отдельную бусинку, камушек, да, его нужно будет пришить. Она вот может быть вот так вот стянута, также ее можно растянуть, и благодаря тому, что появляются такие промежутки, очень хорошо ее можно легко пришить. Стразовая цепь бывает разная, у меня тоненькая есть, она и потолще, покрупнее. Разные бывают разных оттенков сами камушки, и также вот основа может быть серебро, золото, бронза. Вот у меня в данном случае это золото. Далее буду я использовать шатоны. Ой, один упал. Так, это такие кристаллы. Конечно, можно использовать сваровские, но это очень дорого. Для меня это пока что нереально. Я использую иногда сваровские, но в малых количествах. Вот такие обычные кристаллики, они тоже очень красиво блестят и создают очень такой презентабельный вид у самой броши. Они бывают абсолютно разной формы, разной величины. Так, вот, допустим, у меня все в этом, в таком вот оттенке, да, осеннем, золотом. Они бывают совершенно разных оттенков. Вот такая вот капля есть. Также есть лодочки. Вот кругленький есть шатончик. Вот они абсолютно вот разные. Вот такая вот лодочка. Маленькие, большие, в общем, все, какие вам нравятся, можно использовать. Нужно начинать пришивать с больших бусин и двигаться от больших форм к малым. И заканчиваем мы уже пришиванием бисера. Я сейчас в процессе все это буду показывать. Пока что о материалах. Также я буду использовать разные бусины. Вот такие вот у меня стеклянные бусинки в нужном мне оттенке. Вот этот микс мне очень нравится. Здесь есть зеленые, желтые и такие бронзовые. Именно в таком оттенке я хочу сделать сам лист. Также можно использовать пайетки. Вот такие. Есть у меня еще зеленые пайетки. Я еще пока не определилась, каким именно будет у меня листочек, поэтому я просто показываю материалы, которые я предположительно буду использовать в этой работе. Вот еще есть у меня такой микс бусин, здесь уже немножко другие оттенки, и они тоже можно их использовать в сочетании с этими. Естественно, понадобится еще застежка. У меня вот это японская застежка, безопасная, очень качественные именно японские. Можно использовать, конечно, и другие. Вот, допустим, на этой броши у меня обычная застежка, но иногда она грешит, расстегивается, и брошь у меня один раз упала. Также может быть бисер. У меня есть вот такой вот стеклярус. Вот. Вернее, не стеклярус, а рубка, бисерная рубка, обычный бисер. Вот еще такие бусины. В общем, это все я буду
использовать в своей работе. Также для того, чтобы брошь имела жесткую форму, да, вот такая вот жесткая, понадобится кусочек картона довольно плотного, для того, чтобы приклеить его с обратной стороны и вот вшить, как бы вклеить между двумя слоями. Еще понадобится обратная сторона, то есть можно использовать вот такую эко-кожу, искусственную замшу. У меня розовенькая есть, и для этой броши я буду использовать вот такую вот коричневую. Можно использовать сам же фетр, это тоже неплохой вариант. Вот на этом желуде у меня с обратной стороны просто фетр, тот, на котором я вышивала, просто отдельный кусочек взяла. Тоже очень удобно работать именно с фетром, даже если вы впервые делаете брошь, я бы вам даже посоветовала взять для обратной стороны фетр, потому что с ним легко работать. Вот. А сам листик этот у меня будет выглядеть с обратной стороны вот таким образом. Также понадобится клей, момент, либо суперклей, для того, чтобы приклеить картон вот к изнанке и саму застежку. Так, вроде бы по материалам рассказала, и сейчас будем приступать к вышивке. Начинаем работу с пришивания канителей. Для этого канитель нам нужно немножко подрастянуть. Можно сразу растянуть ее, тот кусочек, который вам нужно. Но я чаще всего подтягиваю потихонечку в процессе самой вышивки. Так, нужно смотреть, чтобы она была максимально одинаково растянута по всей длине. Вот здесь у меня промежуток меньше растянут. Вот так вот чуть-чуть его подправлю. Так, кончик, на котором немножко деформирована растянутость, я его отрезаю. Беру иголочку для бисера, она должна быть тоненькая, и делаю на конце небольшой узелок. Вот, фиксирую узелок с обратной стороны, так, где-то вот здесь, фиксирую вот таким образом, для того, чтобы он не проскользнул через само полотно. Вот, вывожу на лицевую сторону и начинаю пришивать. Прикладываю вот так, не было видно, да, прикладываю вот так вот и начинаю просто делать такие стежочки. Здесь нет каких-то особых правил, чтобы там справа налево, слева направо, как-то четко все это было. Просто делайте, как вам удобно, просто чтобы это было удобно для вас и красиво в самой работе. Леска, ниточка, да, которая, это леска, которую я вышиваю, она должна попадать между вот этими промежутками канители, и таким образом будет ее фиксировать. Очень неудобно вышивать брошь на камеру, так, но я буду стараться так, чтобы вам было видно и понятно. Так, вот я дошла до угла, теперь мне нужно согнуть немножко канитель, да, чтобы сформировать этот острый уголок. И далее точно так же пришиваю. Конечно, где-то в каких-то местах может быть не идеально ровно, не идеально красиво. Это такая вещь, это канитель. Она очень непослушная, поэтому даже если вы умелиться, давно вышиваете, все равно иногда случаются какие-то такие моменты. А уж тем более, если вы новичок. Поэтому не ругайте себя, если вы где-то немножко ошиблись, немножко криво пришили. Либо перешейте, либо оставьте как есть. И бисер, бусины, все эти стразы, они перекроют этот недостаток, и он не будет бросаться в глаза. Так, вот следующий изгиб.
Если есть угол, да, где вы заламываете канитель, желательно именно в этом месте сделать стежок. Так, теперь я немножко ускорюсь, пришью эту всю канитель и будем с вами работать дальше. Вот у меня здесь произошел такой некрасивый залом. Слишком сильно я растянула канитель, поэтому я сейчас аккуратненько обрежу. Отрежу тот кусочек, который мне не нужен. И просто начну пришивать. Продолжу пришивать ее в таком же ритме. Еще не сказала, такой важный момент. Нужно делать стежки не очень частыми, но и не очень большие расстояния нужно отступать. Примерно 3-4 миллиметра, не больше. Да, для того, чтобы красиво, ровно это все ложилось и хорошо держалось. Здесь даже через обе половинки прошью, да, чтобы их крепко соединить. И вот так вот продолжаю. Вот я делаю стежок, да, и следующий я вывожу иголочку примерно вот на таком расстоянии. И так продолжаю работать. Так, все, обшивку я сделала. Теперь обрезаю аккуратненько канитель. Все, этот кусочек нам уже не нужен. И приступаем теперь к вышивке самой броши. Здесь у меня есть такие полосочки, да, сердцевинка. Ее я буду вышивать стразовой цепочкой. Я пока что не отрезаю нужный мне кусочек, потому что я не знаю, сколько мне понадобится штучек. Я просто прикладываю и по ходу дела будем смотреть, сколько мне нужно. Так, нахожу край, вот сюда ее прикладываю, вот так вот, фиксирую пальцем, иголочку вывожу вот так вот между вот двумя бусинками, или как, кристалликами, да, правильно сказать. Немножко путается леска, очень неудобно, если честно, на камеру это все делать. Так, вот, и прокладываю леску между ними, вот, и с другой стороны завожу иголку, так, и таким образом фиксирую первый стежок. Желательно здесь пройтись дважды, для того, чтобы он был хорошо закреплен. Вот так. Все. Далее двигаюсь таким же способом, пришиваю каждую стразинку. Так вот прокладываю. Вывожу наизнанку. И так вот каждую, абсолютно каждую мы пришиваем. Желательно не растягивать очень сильно эту цепочку, чтобы она выглядела красиво. Вот так.
Так, стразовую цепочку я пришила. Вот здесь она у меня состоит из кусочков отдельных, которые я пришивала. Ну, обрезать ее очень легко, просто разрезаете аккуратно маникюрными ножницами между вот этими промежутками. Так, теперь я буду пришивать крупные элементы. Это будет вот такой шатончик в форме овала. Его я размещу, скорее всего, вот здесь. Это у меня такое самое просторное место. И это будет самый большой элемент. Вот здесь я его размещу. Как я это делаю? Я вот иголочка, у меня, кстати, ниточка леска выходит вот отсюда, да, а мне нужно переместиться вот сюда. Как я это делаю? Все очень просто. Вот такими вот шагами я опускаюсь на нужный мне уровень, в нужное мне место. Вот. И вот так вот буду пришивать. Вывожу иглу, продеваю в шатон, вот так, в оправу вернее. Так. И теперь вот здесь вот уже его тоже закрепляю с обратной стороны. Не с обратной, а снизу, да? Там сверху прицепила, теперь снизу. Вот можно, конечно, приклеить. Да, для того, чтобы никуда он не девался и стоял на месте. Я пробовала, но мне это не понравилось, потому что как-то неаккуратно получается, клей может затечь, и потом на этом месте вы уже не сможете ничего пришить, потому что будет слишком твердое, клей засохнет, и иголочка не пройдет. Вот дважды прохожусь в одном и том же месте. Все, шатон крепко закреплен. А теперь следующий берем вот такую лодочку и посмотрим, куда мне хочется его пришить, где он будет красиво смотреться. Скорее всего, где-то здесь. Так, значит, точно так же, таким же шагом я поднимаюсь туда, куда мне нужно. Вывожу иглу. И пришиваю. Так. Вот. Еще один раз закрепляю. Так, а теперь беру шатоны другого цвета. Вот у меня такой, он ближе к этому, то есть этот более лимонный, этот поярче, такого янтарного цвета. Посмотрим, где бы мне хотелось его разместить. Наверное, где-то здесь, либо здесь. Так, так, посмотрим. Еще у меня есть шатончики посветлее. Сейчас я найду. Вот. Да, более светленький. У меня получится листик будет здесь более темный, а здесь посветлее. Так, и вот здесь я его размещу. Таких вот шатунов можно использовать много в работе. Они красиво очень смотрятся. Конечно, не нужно перебарщивать и пришивать чересчур много. Для того, чтобы не загромождать работу, нужно оставить место и для других материалов. Но около 10-15 штук, в зависимости от вашей работы, можно их пришить. Но у меня, думаю, будет не больше 10. Если бы брошь была побольше, конечно, можно было бы большее количество использовать. Можно обойтись и всего двумя-тремя, бывает вот в наборах брошей, там, конечно же, очень сильно экономят, и вот
Обычно вообще один такой кристалл, а все остальное другие бусины. Но если мы уже делаем самостоятельно, то можно пришить и побольше, да, и сделать это красивее. Так, еще один возьмем такого же цвета. Вот так. Есть у меня поменьше. Как я сказала, что сначала мы пришиваем крупные, потом мелкие. Но в случае с кристаллами можно сразу разместить их все, а потом уже использовать другие бусины. Пока есть место на броши, мы можем выбрать самые такие удачные, самые красивые места для таких блестящих, красивых камушков. Маленькие можно пришивать один раз. Если хочется, можно, конечно, закрепить дважды. Итак, с пришиванием кристаллов я закончила. А сейчас я закреплю ниточку вот с обратной стороны. Она у меня же стала короткая, уже будет неудобно ней вышивать. Возможно, что я еще в процессе работы захочу куда-то вставить небольшой кристаллик. Посмотрим. Так, ниточку закрепляю. Вот, и обрезаю. Сейчас я буду приступать к пришиванию крупных бусин. Самые крупные бусины у меня вот такого размера. Еще есть у меня одна бусинка вот такая вот желтенькая. Вполне возможно, что я ее сюда тоже, да, я ее сейчас сюда пришью. Она будет тоже таким акцентным пятнышком. И у меня, как я сказала, есть два комплекта бусин, вот второй, да? И я буду вышивать этот лист таким образом, что здесь у меня будут более светлые элементы, а здесь более темные. Ну, как лист у нас обычно желтеет или становится коричневым, он тоже неравномерно, может быть, зеленые участки, красные, ну, вот у меня будут желто-коричневые. Итак, возьмем коробочку. Какая-нибудь крышечка, может быть, что у вас есть. Есть, конечно, специальные контейнеры для этого, но у меня их нет. Я использую то, что есть под рукой. Так, сейчас заправлю новую нитку и буду пришивать. Так, закрепляю иголочку, вернее, леску на обратной стороне. Таким образом. Сейчас пришью эту бусинку по центру вот этого места. Хорошая у меня здесь площадь. Сюда отлично разместится именно эта бусина.
еще раз. Все крупные элементы желательно пришивать дважды, а то некоторые и трижды, для того, чтобы они очень хорошо, крепко держались. Так. Теперь смотрим, что у меня здесь еще есть. Есть у меня вот такие вот хрустальные стеклянные бусинки. Их я буду пришивать вот здесь. Нет какого-то особенного правила, как именно нужно пришивать, как они должны, в каком направлении смотреть. Броши разные по форме, и поэтому вы просто смотрите так, чтобы это нравилось вам, чтобы это гармонично смотрелось. Одну такую. Такую же бусину я могу разместить вот здесь. Очень хорошо, когда материалы, которые вы используете, разного размера. От крупных до мелких. Тогда это смотрится всегда более красиво, более нарядно. Нужны и блестящие элементы, и матовые. Тогда будет смотреться действительно дорого. Если использовать только бисер, допустим, тоже, конечно, можно, но выглядеть эта брошь будет не так дорого, как хотелось бы. Ну и удовольствие тоже совсем не то, нежели когда пришиваешь вот такие вот красивые, разного размера, разной фактуры бусины. Так, далее. Здесь у меня еще тоже может разместиться одна большая желтая. Почему нужно двигаться от больших к малым? Потому что вы, когда пришиваете большие элементы, у вас много пространства, вы можете красиво найти место, где они будут хорошо смотреться. Если же начать вышивать с маленьких бусинок, то потом большие бусины у вас просто не поместятся, и придется либо переделывать работу, либо оставлять так, как есть, но не факт, что это будет очень красиво. Это правило чисто для удобства, для того, чтобы вам было вышивать комфортно, ну и чтобы результат тоже порадовал. Так. В принципе, смотрите, у меня эта брошь как бы состоит из двух частей. Да, здесь она будет одного цвета, здесь плавно будет переходить в другой. И в принципе, здесь я уже разместила большие бусины, я могу сейчас приступать к заполнению более мелкими. И вот сейчас этим и займемся. Где у меня сейчас ниточка? Так, здесь у меня такого лимонного цвета, ближе к салатовому даже, поэтому эту часть я сделаю зеленоватым оттенком. Я беру другие бусины поменьше и пришиваю. Я все делаю на глаз, никогда не делаю заранее никаких схем, а мне так удобней. Так получается, с помощью импровизации можно создать более интересную работу, нежели если все продумать заранее. Но это кому как нравится. Можно, конечно, нарисовать себе схему, продумать, что куда будете пришивать.
Еще такой момент я не сказала, а сейчас на этом остановлюсь. У меня этот лист, по сути, как бы в одном оттенке, да, но бывает так, что какая-то часть броши, допустим, вы вышиваете птичку, да, пузико у нее, допустим, это снегирь, пузико красненькое, крылышки черненькие, там где-то есть беленькое, поэтому либо нужно вырезать отдельные кусочки фетра, пришивать, да, накладывать один на другой, другого цвета, либо же взять акриловые краски и разукрасить так, как нужно, да, просто не надо рисовать прямо вот птичку, да, или лист, если это, допустим, листик, здесь зеленое вот четко по контуру, там коричневое, красное, и вот прямо рисовать настоящий лист. Нет, просто сделать фон приблизительно такого тона, какими есть ваши бусины, которыми вы вышиваете. Потому что если тон фетра будет отличаться, это будет просвечиваться. Когда-то я вышивала розовую брошь розовыми бусинами на белом фоне, и он очень сильно выделялся, хотя, казалось бы, не такой большой контраст. Ну, лучше сделать так, как я говорю, просто прорисовать немножко краской, и тогда все будет очень красиво. Так, заполняю пока что вот такими бусинами средней величины. Есть у меня еще поменьше, да, вот здесь. Я пока выбираю такие зелененькие. Размещаю здесь. Сюда уже можно желтенькие, вот такой вот лимонный цвет поместить. Так, эту бусинку, наверное, нужно было развернуть. Так, сейчас попробуем вот так сделать. Поэтому я и говорю, что нет никакого правила, как именно нужно ставить бусину. Вы смотрите по узору вашей броши и размещаете так, как нужно. Она может стоять поперек, как угодно. Вот, вроде ничего. Так, следующую возьмем, желтенькую побольше сюда поставим. Так, здесь можно такую блестящую, прозрачную. Так, ой, укатилась. Так, эти тоже блестят, которые мат, ну как бы не матовые, они просто непрозрачные, они тоже блестят. А эти прямо вот совсем прозрачные. Леска, конечно, часто запутывается, вот проблемно с ней работать. Но приноровиться немножко, и становится уже легче. Так. Постоянно завязываются узелки. Так, еще такую зеленоватую. Нужно учитывать такой момент, что если вдруг вам не понравилось, как вы пришили какую-то бусину, и вы решите ее просто отрезать и пришить наново, помните о том, что вы пришиваете одной нитью много бусин сразу, и вероятность того, что все остальные у вас тоже пообсыпаются, очень велика. Поэтому просто помните об этом, да, и если вы уже решили обрезать таки, перешить ее, то вам придется наново пройтись по всем бусинам, либо перешивать большое количество бусин. У меня такой эпизод был, казус, да, было не очень приятно, пришлось потратить больше времени, чем хотелось. Так, такое. Вот, в принципе, здесь я уже пришила вторые по величине бусины
на этой половинке. И я могу уже размещать более мелкие бусинки. Их тоже у меня здесь много. Потом, когда вот останутся совсем маленькие промежутки, я там уже буду пришивать бисер. Бисер десятка у меня. Есть еще мельче. Есть микробисер. Но с микробисером работать, сразу скажу, очень сложно. Кто думает о том, чтобы вышивать микробисером, конечно, получается брошь красивая, но очень трудоемкий процесс, нужно быть к этому готовым. Там иголка очень-очень тоненькая, буквально как волосинка, и вы пришиваете буквально вслепую, да. Даже если хорошее зрение, у меня зрение, в принципе, неплохое, но все равно тяжело. Поэтому я пока что отказалась от этой идеи. Так, еще здесь можно. Вот чем хороши вот эти миксы бусин, которые уже готовые продаются. Тем, что вам не нужно особо заморачиваться насчет подбора материалов, что нужно и такое купить, и такое. И вы никогда не знаете, будет ли это все сочетаться в действительности, так как покупаете через интернет. А вот в таких вот набор миксы, уже все продумано за вас, уже все есть. Ваша задача только это красиво разместить на полотне. Так, в общем, в этом же духе я продолжаю вышивать всю брошь. Сейчас заполню это пространство с помощью этих бусин и буду разбавлять более темными. И вернусь к вам, когда уже буду пришивать бисер. Так, с бусинами я закончила, теперь буду пришивать бисер. Буду использовать вот такую рубку коричневого цвета и желтенького. Так, насыплю немножко сюда и начнем пришивать. Удобнее, конечно, в данном случае пришивать круглый бисер. Но у меня нет нужного мне оттенка, поэтому я буду использовать этот. Значит, находим промежутки, куда можно поместить бисеринку. Допустим, вот у меня здесь есть. Они все разной длины, ну, примерно одинаковые, но есть как бы длиннее, есть короче. И вот можно находить участки. Здесь у меня довольно длинный участок, поэтому я большую взяла. Вот так вот становится она, заполняя этот промежуток. Теперь вот на конце, в уголке тоже можно поместить. Подобным образом я прохожусь по всем таким местам, где это возможно сделать. Видите, здесь было бы неплохо, если бы у меня этот участок фетра был более темным, если бы я его покрасила, но я этого не сделала. В принципе, это не критично. Так, иногда нужно вручную туда поместить, чтобы все стало на место. Вот так.
Остальные промежутки я заполню за кадром, чтобы мне было удобней. И вернусь к вам, и мы уже начнем вырезать саму брошь. Так, я уже полностью вышила все, заполнила все пространства, где это было возможно. И теперь нужно брошь аккуратненько вырезать. Здесь у меня хвостик нарисован, но это просто рисунок, да, впоследствии я хвостик буду формировать с помощью проволоки и бусин. А пока что нужно аккуратно вырезать нашу брошь. Вырезать нужно близко к краю, но немножечко оставлять пространство, буквально 1 мм. И стараться так, чтобы вы не обрезали леску, которую вышивали. Ну, вернее, не стараться, а вообще ее обрезать нельзя, потому что может распуститься все, что вы делали. Близко к краю, но не задевая леску. Итак, я вырезала всю брошь более-менее аккуратно, как мне кажется. Есть, конечно, какие-то места, которые сейчас я буду еще подправлять очень бережно. Уже, наверное, не на камеру, чтобы ничего не задеть. Все, по сути, главная работа готова. А теперь нам нужно сделать хвостик. А нужно приклеить картон, соединить с изнаночной стороной, вырезать ее также по контуру и обшить саму брошь. Итак, берем небольшой кусочек картона, берем шаблон и обводим аккуратненько этот шаблон на картон по контуру. У меня довольно скользкий картон, это папка и гелевая ручка. Это не самый удачный вариант, лучше взять обычный шершавый картон и карандаш, либо шариковую ручку. Просто гелевая будет размазываться, но это не так уже и страшно. Так, смотрите, я обвела шаблон, но мне нужно сделать его меньше. А поэтому либо сразу можно вырезать просто на пару миллиметров меньше, либо вот еще один раз обвести внутри, да, этот контур сделать только внутри. Он не обязательно должен быть прямо таким четким и прямо сильно повторять точь-в-точь форму самой броши. Может быть довольно условно. Главное, чтобы... Ну, нам самое главное это сделать плотную часть, чтобы брошь была твердой. Так. Теперь вырезаю. Скорее всего, что когда я буду примерять к броши, тоже придется немножко подкорректировать. Так обычно бывает. Так, сейчас примерим. Берем брошь. Прикладываем.
принципе, нормально. Конечно, было бы неплохо и здесь, чтобы были участки твердые. Но мне подойдет и так. Вот. Сейчас я возьму клей и аккуратно приклею. У меня это момент универсальный гель, прозрачный клей. Вот. Ним я и буду приклеивать. Очень важно, чтобы эта картонка была меньше по размеру, чем брошь. Ни в коем случае нельзя заклеивать края. Ну, чтобы было очень близко к краю, потому что потом вы не сможете обшить брошь, придать ей завершенный вид. Клей позатекает. У меня так было не один раз. Это всегда портит работу, портит настроение. Поэтому лучше этот момент внимательно к нему отнестись, для того, чтобы потом не было печальки. Так, аккуратненько беру и прикладываю. Все. У меня здесь есть, видите, очень довольно-таки большие участки без картона, на которые клей не попадает. Соответственно, мне будет легко обшивать брошь. Все, нужно немножко подержать, чтобы хорошо склеилось. Вот так. Теперь берем застежку. Вот у меня застежечка, та, которая побольше. И я прикладываю, смотрю, как я хочу ее разместить. Скорее всего, мне удобнее будет, если она будет размещена вот так. Таким образом. А ну-ка я еще раз проверю. Да, так будет удобнее. Что я делаю? Я беру ручку. Тут есть такие дырочки. И я просто намечаю делаю такие точечки для того, чтобы знать, куда размещать, приклеивать саму застежку. На застежку я также наношу клей. И ставлю на эти точечки. Все. Теперь нужно зафиксировать, какое-то время подержать, чтобы оно хорошо приклеилось, и можно будет приступать к следующему этапу. Пока застежка сохнет, есть время приготовить хвостик. Значит, у меня, к сожалению, не оказалось проволоки, нужной мне медной проволоки, либо какой-нибудь другой, и я буду формировать хвостик с помощью канители. Значит, я оставляю небольшой участок канители нерастянутым, и подтягиваю, распрямляю ее, выравниваю максимально, насколько это возможно. Примерно сантиметров 7 где-то нужно. Там, примерно так. Отрезаю. Оставила здесь специально не растянутую канитель, для того, чтобы это служило таким стопиком, да, чтобы бусинки наши никуда не убегали. И теперь нанизываю, формирую таким образом хвостик. Так. Угу. Какую бы мне бусинку еще сюда взять? Наверное, можно такую большую. Далее. Так, посмотрим, достаточно ли такого хвостика. Да, достаточно. Так, теперь что я делаю? Я беру и аккуратно
закручиваю этот оставшийся край. Поэтому он должен быть довольно длинным, чтобы у нас формировалась вот такая вот загогулинка. Так. А здесь я обрезаю. И это будет смотреться вот так. Можно еще будет немножко подрезать, если захочется. Так, теперь этот хвостик мы должны поместить вот сюда. Тут у нас осталось немножко места. Значит, я намазываю клеем, наношу сюда клей. И вот сюда, ой, не приклеилась моя застежка. Ничего страшного, придется наново это сделать. Так, прижимаю, так, чтобы это было по центру. Так, ладно, придется пока что убрать. Ну, это такой рабочий момент, бывает. Просто я на камеру спешу, не дала высохнуть, поэтому она отклеилась. Сейчас все переделаю. Так, ну тут я уже подержу подольше, чтобы уже точно схватился этот хвостик. Потом я его оформлю, да, вот так вот. Там можно прямо сейчас это сделать. Вот такой вот хвостик. Он довольно нежный получился, подвижный. Так как проволока не очень плотная, нужно будет с ним аккуратно. Но, как и любое украшение, нужно просто аккуратно с ним обращаться. Так. Сейчас, я думаю, что здесь схватилось быстрее, так как тут фетр. И я просто наново приклею еще раз эту застежку. Все, мне сейчас нужны обе руки для того, чтобы подержать. Поэтому я останавливаю видео. Итак, вот мы подошли уже к завершающему этапу создания броши. Мы будем наклеивать заднюю часть, да, изнанку, и обшивать брошь. Значит, я беру искусственную кожу, она вот с одной стороны такая замшевая, с другой стороны кожаная. Меня интересует вот эта сторона, она у меня будет вот здесь. Значит, что я делаю? Я беру брошь и прикладываю аккуратненько к этому лоскутку, так, чтобы у меня было достаточно места вот с запасом, чтобы я могла хорошо и комфортно это все вырезать. Теперь ручкой я буду делать отметины для того, чтобы сделать прорези для застежки. Прикладываю, фиксирую пальцами и вот здесь делаю такую пометку. Так, переворачиваю, не сдвигая, делаю отметинку вот здесь. Вот. Теперь брошь можно убрать. И здесь нужно сделать прорези. Не нужно делать слишком большие, для того, чтобы потом это все, внутренность не просвечивалась. Ну, такие, достаточные для того, чтобы в них можно спокойно было продеть застежку. Так. Здесь обычно нужно сделать такую дырочку побольше. Потому что здесь у нас круглый элемент на застежке. Так. Раскрываю брошь. И сначала вставляю вот сюда. Вывожу эту пружинку. Вот. И теперь одеваю в эту дырочку. Все. Можно закрыть. Теперь нужно приклеить ткань к самой броши, да, и после этого мы будем вырезать. Этим же клеем я буду пользоваться. Для этого промазываю посередине, не заводя клей на края. Вот так.
прижимаю. Так, то же самое делаю с обратной, ну, с другой стороны. Здесь немножко кожа деформируется, но избежать этого практически невозможно. Даже на фетре это бывает, немножко просвечивается клей. Конечно, нужно стараться это все делать аккуратненько, но для того, чтобы этого вообще не было, нужно, да, вообще не проклеивать. А так нельзя, потому что, ну, должна быть сцепка вот этих слоев между собой. Просто прошить этого недостаточно. Так, клей можно убрать. И теперь можно при желании обвести ручкой, да, по контуру, либо же прямо вот ножницами, так как здесь у меня все приклеено, я буду аккуратненько вырезать. Так, мне надо так удобнее держать. Нужно стараться вырезать так, чтобы фетр и вот эта кожа, они были одинаковой формы. Да, вот по фетру я вырезаю сейчас. Потом это все можно будет подправить, еще подровнять. Итак, теперь, когда брошь уже вырезана полностью, пришло время ее обшивать. Можно обшивать бисером. Есть много способов, в интернете есть ролики, как это делать. Но я буду обшивать канителью. Так тоже можно. И, к сожалению, у меня не хватает вот этой бронзовой канители, на которой я обшивала контур на всю брошь, поэтому я буду использовать золотую. Есть у меня такая светло-золотая, это поярче. Вот эту я и буду использовать, и надеюсь, что это не особо испортит общий вид броши. Для этого я канитель немножко подрастягиваю и сейчас начну ее пришивать. Здесь у меня на броши есть такие моменты очень сложные. Да, места здесь и здесь. Вот я не уверена, что у меня получится аккуратно тут проложить канитель. Посмотрим. Значит, как обшивать? Я буду двигаться вот в этом направлении. Беру канитель. Вот здесь у меня будет начало. Так, сначала я фиксирую леску. Завожу между двумя сторонами, так вот протягиваю, и вот этот краешек, кончик, да, который тут есть, я его прокладываю между слоями, чтобы он не мешал. Так, это не так просто сделать. Вроде бы получилось. Вот у меня здесь ниточка находится. Беру канитель, вот так прикладываю. Надо немножко подрастянуть. А, вот, не тот кончик взяла. Так, прикладываю и начинаю обшивку. Так, словите иголку. Тяжело. Ай. Что ж такое? Так.
Вот, так накладываю ниточку, чтобы она у меня прошла между вот этими, между пружинкой, и вкалываю с обратной стороны, отступаю где-то на 2 миллиметра от края. Сейчас покажу еще раз. Леску я взяла довольно длинную, чтобы мне хватило на всю брошь. Плохо, когда она заканчивается, это не очень удобно. Но когда она очень длинная, тоже не просто вышивать. Так, еще один раз. Вот, я вот здесь вколола. Так, вот, да. Рядышком отступаю тоже примерно 2 миллиметра. И прохожусь через все слои. Вот. Опять у меня прошла эта ниточка между пружинкой. И в этом же ритме я продолжаю точно так же делать всю обшивку. Довольно туго нужно прикладывать. Очень закручивается леска. И стараться нужно вкалывать примерно на одинаковом расстоянии, для того, чтобы изнанка получалась красивой. Вот здесь у нас изгиб. Я вот так вот пальцем тоже формирую такой изгиб. Так, то есть отступ я делаю от края примерно 2 миллиметра, и между стежками тоже примерно столько же. Да, и я захватываю, да, я не сказала, когда я прохожусь, прокалываю все слои броши, я захватываю предыдущий ряд канителей, вот эту обшивку тоже. Это важно для того, чтобы все было плотненько, никуда ничего не убежало и не оттопырилось, вот так скажем. Все, я буду продолжать теперь за кадром, потому что это очень неудобно вышивать на камеру, неудобное положение. Вернусь к вам, когда я уже полностью прошью всю брошь. Так, я закончила полностью обшивать, уже зафиксировала ниточку, вот здесь вот я закончила, завязала узелок и вывела вот так иголкой вот сюда, да, чтобы ее максимально, эту нитку зафиксировать, чтобы она нигде не вылезла. Так, теперь обрезаю канитель, тоже аккуратненько, все. Так, вот так получилось. Давайте посмотрим на результат. Ну что ж, мне эта брошь очень нравится. Как я говорила, были два такие момента здесь, два места сложные. Я даже думала не заводить сюда канитель, а просто вот так вот, да, сейчас покажу. Я думала, вот так вот обшиваю. Сюда не заводить ее, а просто вот здесь продолжить обшивать. Но в итоге все-таки решила заморочиться немножко и сделала как нужно. Вот. И здесь точно так же я аккуратненько все проложила. Хвостик довольно нежный. С ним нужно аккуратненько. Кстати, здесь, мне кажется, нужно поменьше оставить, чтобы было аккуратней. Вот так. И давайте посмотрим на изнанку. Получилось более-менее аккуратно, как мне кажется. Можно было бы, конечно, сделать все получше, но сложно было из-за формы листа. Поэтому я и говорила, да, вначале, что если вы новичок, лучше взять какие-то формы попроще.
Допустим, если я обшиваю бисером, то получается у меня намного аккуратнее, как мне кажется. Вот нарцисс, да, у меня есть обшивка просто белым бисером. Очень люблю эту брошь. И получается аккуратненько, да. Вот. В случае с обшивкой канителью так аккуратно не получается, но ничего страшного. Я видела даже у опытных мастеров на изнанке иногда бывает вот что-то подобное, да. Допустим, если вот эту брошь я так же само обшивала канителью, но здесь у меня фетр, это не так сильно видно. На темном просто сейчас отсвечивает на камеру, но на самом деле вживую это все смотрится довольно аккуратно, вот, да, с лицевой стороны очень все красиво. Вот, а этот желудь у меня довольно тоже неплохо обшит. Вот. Но здесь все просто, плавные переходы, а тут очень много таких загогулинок. Было не совсем просто это сделать, но самой работой я довольна. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравилась эта брошь или нет. Было ли понятно по мастер-классу, как что делать. Если есть вопросы, задавайте мне их в комментариях, с удовольствием почитаю и отвечу. Я надеюсь, что вы сможете вышить для себя тоже брошь, такую или другую, но не менее красивую. У вас обязательно все получится, и будьте уверены, что вас ваша работа будет радовать. А также она может стать прекрасным подарком кому-то на какой-нибудь праздник, либо просто для себя. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!